Здравствуйте, земляки! Верно подметил кто-то из мудрецов. Все течет, все меняется. Да, меняемся и мы. Но неизменной остается наша любовь к вам. У Пермского областного радио Т7 юбилей 75 лет. И за эти годы мы стали поистине желанными гостями в домах более 2 миллионов радиослушателей Прикамья. Мы рады встрече с вами. Здравствуй, Пермская область! Наш уже второй тур поездок, связанных с 75-летием, говорит о том, что все это очень важно не только для нас, но и для населения тех территорий, куда мы приезжаем. Потому что мы приезжаем не просто на праздник, мы стремимся, чтобы в этой акции участвовали органы государственной власти, руководители предприятий, организаций. Мы стремимся создать по отдельным каким-то темам дискуссии. Получается, что мы выполняем как бы две задачи. С одной стороны, мы устанавливаем еще более крепкую связь с населением, а с другой стороны, решаем какие-то насущные вопросы, которые есть у каждой территории. Вот я бы сказал, что еще одним свидетельством тому, то, что произошло в Чернушинском районе и в Чернушке, где мы, на мой взгляд, отлично провели это мероприятие. Душа была полна неясным для самой каким. Впечатление очень хорошее, очень хорошее. Приезжайте к нам еще. Покатило по городам и весям Прикамья. В каждом из этих городов мы проводили день областного радио Т7. Ведь нам в этом году исполняется 75 лет. И вот теперь мы в Чусовом. Этот город удален от Перми на 217 километров, а его население составляет 56 400 человек. Наши голоса оживают на сцене, на этот раз Осинского дворца культуры. Областное радио – это мои просто огромные и любимые друзья. Я с ними сотрудничаю очень давно и, как сказать, и плодотворно. Поздравляем! Вот такое оно, Пермское областное радио Т7. И не смотрите, что нам 75 лет, ведь в 75 все еще только начинается. Съемочная группа нашей программы вдоволь поколесила по городам и весям Прикамья. Мы были и в Чусовом, и в Елово, и в Чернушке, и в Краснокамске. Да где мы только не были. Но впервые мы отправляемся в путешествие на теплоходе. Нас ждут Чистые, Оса и Оханск. Полный вперед! Несколько секунд на сцене Чистинского дворца культуры начнется грандиозный праздник, посвященный 75-летию Пермского областного радио Т7. Ночь в пути и вновь хлеб-соль. Я очень люблю областное радио. Больше, чем даже Радио России. Вы несете добро. Мы любим областное радио.